как это произошло, какие ветры европейских революций занесли в Россию, какие ветры, и почему именно в Россию были занесены эти революционные настроения, которые формировали мировоззрение наших российских либералов, которые носили тогда, в общем-то, имели революционный характер. А вот Белинский, Писарев, вот откуда это? И вот это сопряжение, у них появился какой-то общий нерв беспокойства. Это сопряжение искусства с вопросами социального предназначения. Так ведь. То есть они искусство становилось зеркалом вот этого, не, увеличительным стеклом вот этого общественного, и формировалось там историческое. Вот мне надо понять, у меня есть статья «Русская душа и советский дух». Он так называется, два феномена советской, отечественной культуры, не советской, отечественной. Вот душа – это два разночинных интеллигенции, встречаются где-нибудь в Австрии, в какой-нибудь таверне, и не знают друг друга, и сразу ведут разговор, как будто они знали друг друга давно. Об этой некой печали по поводу неустроенности этого мира. Ну, говори ты про свою деревню, где ты живешь, или про свой город. Ну, наконец, про Россию-матушку. Нет, про весь мир. Вот эта всемирная беспокойность, вернее, это беспокойность и печаль по поводу невозможности устранить эту беспокойность, это всемирная неустроенность. А советский дух – это когда там совместность сопереживания по поводу неустроенности, а советский дух – это совместность деятельности по поводу построения нового мира и загрызков старого. Но вот таким образом старого, который снимается в новое. Понимаете? Вот как мещанина поставить на цыпочки, чтобы он еще работать пошел, спецом стал, на стройку поехал на Дне Прогресса или там Магнитогорск или Новокузнецк. Вот это, конечно, и мне не хватает, мне тоже не хватает. Я понимаю, что мне сначала нужно постичь вот эту логику. Скажем, обезьяну можно объяснить только из природы человека. Не человека из обезьяны, а обезьяну из человека. Потому что более высшая форма развития дает возможность объяснить предшествующим. Вот поэтому я взялась за советское, чтобы потом понять, вот откуда это все. Ну хорошо, хорошо 19 век, а 17, а 15. Это где-то зарождалось в глубинных слоях культуры того же, я не знаю, 13 века, вот Андрей Рублев. Это как-то, вот это что все, вот понять, выстроить по тем реперным точкам, которые есть, найти эти реперные точки в каждой эпохе. Ну, условно говоря, найти реперные точки генезис СССР. Вот. А красная линия – это всемирная история. Значит, надо копать всемирную историю. Задача, конечно, огромная. Надо очень много знаний, очень много нужно фундаментальных закономерностей. Одно знаю, что когда ты работаешь над материалом, какой-то вот не важно, статью, пишешь книгу, тебе должны появляться новые инструменты. Материал новый и новый инструмент. Ну, как вот в эпоху, там, я не знаю, средневековье, ученые там пытались микроскоп, да, там вода в качестве увеличительного стекла, а потом делали оптические приборы. Вот нужно инструменты новые. Если ты работаешь все время, не развиваешь прежние инструменты, ну, значит, ты не схватываешь современную реальность уже в ее новом выражении. Вот. Поэтому, когда мне кто-нибудь говорит, вот смотри, спрашиваю, каким методом работать? Идем покажу, говорит он мне. Заводит свою мастерскую, у него там лопаты висят.
топоры, и все блестят красиво, ни одной царапины. А как же ты работаешь, если там нет ни одной царапины? Как? Они же все должны... Там биография всех усилий твоих и сопротивление материала. Это уже земля, материал оставляет свои автографы на твоих топорах, лопатах, граблях и так далее. Поэтому понятие — это и есть инструмент. Кстати, как образы тоже. С образами надо думать. Можно ли сделать этот образ? Вот понятие, да, ты снимаешь предшествующие понятия, снимаешь в этом. А вот образы можно снимать? Как можно снимать другие? Вот новый образ художник создает. Он несет в себе этот генезис предшествующих образов, видения. Это вопрос. Не знаю, не могу сказать. Сейчас не могу сказать. Или образы это более автономные. Вот так, Виктор, мы с вами думаем. Но зарубки на ногах остаются. Остаются. Хорошо, спасибо вам большое, поработали хорошо. Угу. Еще, знаете, я бы сделала памятник первобытному человеку. Знаете, как он? Вот он сидит, бедолага, холодно, а голодно, как часто. А он ногу на ногу положил и пытается занозу вытащить. А ножниц-то нет. А надо занозу вытащить, больно ему. Ведь им памятник надо поставить. Без них и нас бы не было. Понимаете? Пройдя все испытания мамонтами, грузами, голодом. Кстати, я тут узнала, что в индийские племена... Может быть, у нас дело, не знаю. В скалах, когда они жили, то они ночевали в скалах, но шлифовали так, чтобы лучи восходящего или заходящего солнца отражались, имели такой угол отражения, чтобы освещалось то жилье, ну, то место, где они там ночевали, прятались от природных угроз и так далее. Я бы поставила памятник такому человеку. А какие детишки рождались? Там, наверное, лет 5 пожил, уже считается жизнь целая, если живым остался, да? Какая эпоха. Вот это же все внести в себе надо. Потому что, если ты не несешь в себе какую-то внутреннюю связь со всеми им, со всеми теми, кто жил до тебя, получается тогда, ну, ты как-то без рода, без племени, да? Когда мыслят только частным пространством, сегодня удар делается только, акцент делается на том, семья и все. Но семья же тоже понятие родовое. В коммунизме семья — это весь род человеческий. Нет у тебя детей — люби всех детей. Нет собак — люби всех собак. Нет у тебя слонов — люби всех слонов мира. Нет у тебя птиц — люби всех птиц. Нет у тебя садов — сажай деревья и люби все сады и все леса мира. Понимаете, вот это вот всеобщее. Вот как вытащить сегодня частного человека, а капитализм кует этого частного человека. Вот вытащить в это всеобщее. Я не знаю. Он идет к полному самоуничтожению. Вот. Особенно сегодняшнее молодое поколение. Вот те, кто пошел после меня, после нашего поколения, 2000-е годы, угу, это тьма кромешная, по-моему. Угу. Причем, понимаете, вот эти тиктоки, я никогда туда не заглядывала просто. И меня нет ни в двушниках, ни в одноклассниках, ни в Фейсбук. Но я видела кое-что, видеозаписи, отрывки оттуда. Это же такое превратное бытие, после которого расплата страшная. Деформации необратимые. Психические, физические, необратимые деформации. И ведь они собираются в кавычках в сообщество, где этого сообщества нет, каждый сам по себе. Он просто мультиплицирует. Он видит,
мультиплицирующегося самого себя. И все. А другой, как то, что есть отличие от себя, качественное отличие, с другим видением, вкусом, но через постижение этого отличия тебя от другого, ты начинаешь развиваться. Ты можешь отрицать и говорить, но он не такой, как я, значит, он плох. Вот сегодня идет война различий национальных, религиозных, культурных, политических, идейных и так далее. Война различий. Не классовые, да, тут это полностью имеет основание. Вот. Но вот это различие в культуре идет война. Татарин не люблю, грузин не люблю, там, я не знаю, бурят не люблю, потому что он не такой, как я. Но это все, это в культуре это катастрофа. Национальности – это как нотки в музыке, краски. Вот как вытащить, Виктор? Кто? Вопрос. Кто? Где будет та сила, в одиночку не сделать, которая будет осознавать это, масштаб этой проблемы и осмыслять этот вопрос как прикладной вопрос, который надо решать? Это, видимо, должна произойти некая случайность, которая будет становиться катализатором. Мне кажется, это должны возникать личности, которые могут сплачивать поколения вокруг себя. С одной стороны, обычно так. Вот представим, катастрофы, какие-нибудь землетрясения. Когда люди стоят перед вопросом, жить не жить. Тогда начинается, или они все бегут и оставляют ребенка в горящем доме. Или он, рискуя собой, бежит и забирает ребенка из горящего дома. Вот либо когда общая какая-то беда, которая с человека начинает хотя бы инстинкты какие-то активировать. Угу. Потому что сегодня самое ужасное, что инстинкты самосохранения стали мутировать. Так ведь? То есть уже, я не знаю, все эти прыгать с каких-нибудь этажей. То есть нет инстинкта самосохранения. Да. Есть такая страшная запись. Накуренные солдаты, тех, кто... которые украинская армия на Донбассе, с весельем стреляли. Стреляет себя. И вот так вот все пули изрешетили ему башку, оттуда вылетает кровь, а они накурены, они все так весело разговаривают, и он тоже. И ему вот это же тенденция, это целая философия. Да. Ему в этот момент весело, и он стреляет себе в голову. Ужас. Это вот из этой же серии. Кстати, вот американские солдаты, которые во Вьетнаме воевали, они, очень многие из них потом кончали самоубийством. Уже в Америке война закончилась, как бы. Они приезжали. Такие вещи не бывают бесследно. Не бывают. Вот я думаю, советский солдат от этого ужаса, который пришлось пережить, спас смысл того, что эту войну вели против этого зверства. А эти, вот этот смысл, он тебя догонит. Догонит тебя. Никуда ты не спрячешься, не убежишь. Так ведь? И вот, хорошо, трагедия, катастрофы природные. Значит, сегодня реально вся площадка с той же молодежью, там, не знаю, преподаватель кто-то, какие-то клубы делать. Мне тут кто-то один сказал, зачем сегодня в деревне клубы делать? Я говорю, ну хотя бы для того, чтобы обсудить этот же самый вопрос в клубе-то. Делать пространство. Сегодня нет общественного пространства. Вот в чем беда. Нет общественной среды. Человек в частном среде. Пандемия, она усилила. Она сделала пространство частное более густым. А в частном пространстве что хочет, то ворочу. И человек, идет активная десоциализация. Так-то он понимает. Папа, вы раньше. Хулиган ты не хулиган, выйди в деревню, пройдись, начни что-нибудь. Он понимает,
Бабушки, дедушки сидят, колхозники работают, женщины. Он попадет под такое пресс-общественное давление, что не захочет второй раз повторить. А сегодня нет общественного пространства. А где ему общественное пространство? А где оно может быть? В метро? Нет. Где? На рынке? Нет. Вы знаете, видимо, те, кто сейчас задают тренды, управляют миром, они понимают, что интернет – это их конек. И у них сейчас задача сделать образование цифровым, все да, цифровым. Да, да. Чтобы все полностью ушел туда безвозвратно. Пропавшие без вести. Миллионы, миллионы, миллионы. Я как-то делала доклад и говорю, в культуре фамилия становится именем. Маяковский – это имя. Луначарский – это имя. Ульянов – это имя. Шостакович – это имя. Сегодня имени нет. Сегодня number. Я говорю, а где были цифра, номер заменял человеку имя? Фашистские концлагеря. У каждого номер висел. Какие имена? Номер висел на халате, там на его куртке полосатой. Вот это есть культура без имени, без человека. Но это фашизация. Фашизация вот этого мертвяка цифрового. Ну, единственная альтернатива это может быть. Если бы сейчас возникали практики, давайте пойдемте там вместе сад сделаем, там, я не знаю. Слушайте, парк загажен, давайте сделаем. И если начнутся хоть какие-то тенденции, другие пойдут. Пойдут не для того, чтобы убирать парк. Их это может не бесп... А вот там есть, смотри, какие там, как они говорят, прикольные девочки, ребята какие. Они пойдут на общество. Но он попадает в хорошую ловушку. В обществе ты можешь быть только на основе деятельности, когда ты что-то делаешь. А если ты не сделаешь, ну, ты там лишний. Вот такие, только такие практики сегодня могут спасти. Практики, где люди без денег, без принуждения обновляют эту реальность. Снимают с нее шелуху, как с китов снимают сети, которые они попадают, там рыбаки, здоровье им великое, разрезают эти сети, киты сами подплывают, чтобы помогли, у них плавники двигаться не могут. Вот очищать от этих сетей эту реальность. Воды, леса, людей. Вот если это делать такое, причем, знаете, причем стимулом, знаете, что может быть? Но дешевле не придумать. Вот говорить, мы садим сейчас парк, Марья Петровна ругается все время, она привыкла на датчик, кто-то там лазит, она сердита все время. Приходим, говорит, Марья Петровна, а вот сейчас клумбу будем делать, а давайте сделаем вашу клумбу. Мы вам цветочки, даже семена можем купить. И напишем, клумба Марии Петровны. Он говорит, чего это семена? Я сама, у меня в саду хорошие цветы есть. Она придет, будет садить. Другие придут. И мы поставим табличку. Это клумба Марии Петровны. Чтобы любое действие обретало имя этого человека. А, слушай, так у меня имя есть. Я живой. А без имени... Это как в «Трех толстяках». У меня кровь. Я живой. Я живой. Совершенно точно. Вот, но возникает вопрос. Да, понятно. Нужны такие формы деятельности. А теперь вопрос. Кто будет создавать эти формы и быть творческими провокаторами в хорошем смысле? Вот что-то сделать. Условно говоря, сделать киноклуб, где идут фильмы, которые по телевизору не покажут. И хорошо на экране. Люди соскучились по большому экрану. Не просто у себя в интернете смотреть на ящик, а именно на экран. И потом дискуссия по этому. И дискуссия тоже такая, знаете, два оппонента, не отправленное письмо. Да зачем они эти карты делали? Взяли бы, пошли, продали бы кому-нибудь, связались бы с кем-нибудь, продали бы эти карты алмазов. Нет, помирают. Сами
и другие, другая базис. Вот я думаю, что вот такие дискуссии, клубы, не такие богадельни, где все толкуют какие-то этические догмы. Нет, а конкретно. А что можно было сделать? И вот зачем он погиб? Вот мне кажется, нужны такие. На это будут приходить. Потому что куда, что ни говори об людях, есть это внутренняя, непроговоренная, даже не сформированная, невербальная реакция на все это. Дайте ей возможность выйти. Но здесь нужны модераторы такие, которые лица видят, которые видят, что этот у него мычание пробивается в глазах, хочет сказать, а стесняется. Вот это все. Вот нужно такие люди, которые сами такой трепетный нерв на окружающих людей. Да? Вот такие клубы делать. И люди пойдут. Но, скажем, люди там всякие, возьму житейские вопросы, кулинарные всякие там вещи. Сделать место, где женщины сидят, обсуждают там, ну, я не знаю, свои секреты. Сейчас же секреты кулинарные, это уже прям тайна коммерческая, понимаете? Но они же долго не будут о борщах говорить. Они сразу перейдут по поводу жизни. Вот на борщах пусть разогреваются, а потом говорить уже о каких-то таких вот делах. Сейчас надо пропахивать это сознание. Но при этом самому-то надо быть трактором таким, который почву не порвет, не изуродует. Пласты вот эти все. Вот это вот революционные задачи в культуре, да? И, конечно, знаете, вот Александр Бузгалин начал цикл, несколько уже лекций про коммунизм. Вы знаете, что многие пишут? Мне интересно с точки зрения, как люди относятся к этой идее. Знаете, что говорят? Да для меня коммунизм это был там догма какая-то. А сейчас я вижу, что что-то в этом есть. То есть люди, ведь знаете еще, как заключенные, роют какую-нибудь дырку, сверлит в стене, чтобы прорваться, подкоп сделать. Сделал подкоп, а там еще одна стена. Сделал подкоп, там еще одна стена. Такая матрешка из стен. И знаете почему? Вот этой стеной стало представление людей о будущем. Нет этого представления. Прошлое отреклись, будущего нет как вообще понятия. Отсюда настоящего тоже нет. Потому что настоящее – это мастерская, где что-то делается на завтра. Где, не где на завтра, а где делается само завтра. А этого же нет. И у людей отсюда это внутренняя такая онтологическая мрачность. Детишек растить, а во имя чего? Ну, чтобы там ЕГЭ сдал хорошо, чтобы место на работе где-то там найти. Но это же не. И думать, кому и какую взятку дать, чтобы пристроиться. Не строить, созидать, а приспосабляться. И вот такие формы нужны. Причем даже, понимаете, не на политические темы. Люди не хотят на политические темы. Основная масса не хочет. Нет, понятно, что у них есть, они все это выскажут. Но важно, здесь нельзя кирпич ставить, что нельзя. Нет. Но говорить о человеческой жизни, о том, как, что дальше. Кладбище, и на кладбище камни надгробные стоят, и написано, здесь покоится никто, и звали его никак. Вот так получается. Да, но номер офиса такой-то. Ну вот вопрос, здесь люди, которые смогут создавать эти формы, должны быть сами талантливыми, лучистыми. Вот откуда энергию брать? Ну, энергия берется только из деятельности. На севере, когда водители ехали по заснеженным дорогам, главное не спать, с напарниками, как правило, с напарниками ездили.
со сменщиком. Не спать, не спать, давай делать что-нибудь. Он просто, некто, как в одном фильме был, начинал дубасить, прям второго он засыпал, потому что это катастрофа. Он его прям трясет, бьет, он тогда уже выпал. И начинает в нем ярость какая-то, потому что энергия рождается только через дело и в деле. Так не появится. Я имею в виду деятельность не только физическую, умственную, но деятельность. Вне деятельности энергии нет. А если энергии в обществе нет, значит что? Мы все без батареек, мы все обесточены, потому что мы тогда, может быть, не живем, а симулируем, что мы живем. Розетки есть от компьютеров. У нас розеток нет. Мы сами себе должны быть и розеткой, и вилкой, и этот инструмент, и сама теплоэлектростанция. Вот где, это, где брать эту энергию? Так вот, дефицит. Газ имеем, нефть имеем. Витальной силы нет у людей. Жизненной силы, да? А ведь во время войны потому и победили, что была витальная сила. Витальная. Пустите сейчас этих интеллигентиков голубых против фашистов. Я есть интеллигенты настоящие, я говорю, интеллигентики такие, которые ни за что не хотят отвечать на нас. Знаете, вот. Конечно, сейчас кино должно быть какое-то такое крупное по внутреннему подтексту. Может быть, даже такая сатирическая. Вот сегодня война, и как эти все. Как бизнес. Вот прям экстремально какая-то ситуация, и все представители разных социальных групп и так далее, вот как они будут. Как начнут либералы кричать: «Да здравствует Сталина, быстрее нам его, нашего освободителя, опору, надежду, великого вождя!» Они будут кричать, если фашисты на них падут. И наоборот. Но одно понятно. Понимаете, когда вспахивается лено, потом сажают там семена, не знаю, пшеницу садят, это еще не значит, что она вырастет. Могут быть и пожары, и ураганы, и так далее. Но если не посадил, уж точно не вырастет. Вот так и здесь. Надо делать. Все равно вот где-то это замкнет, замкнет, замкнет. Куда-то это все-таки двинется. Конечно, пандемия сработала. Сама пандемия – это маска на жизни человека. На самой жизни, не на лице. Это просто... Я думаю, что скоро люди будут, младенцы, рождаться с масками на лице. Сразу. Вот. И пандемия сделала частную жизнь, она узаконила она узаконила принцип частной жизни как необходимость выживания. Ну как же без честной жизни? Все сидят по квартирам, по зумеру, по скайпам и так далее. А общество это люди. Нет, там тоже, конечно, есть, но это в основном говорящие форматы. А не говорящие деятельностно нет этого. Вот, Виктор, раскапываем мы сами ямы такие с вами, а в Евы конюшне, да? Вот невольно вспомнишь слова Маяковского об да. Ну ладно. А что, есть выбор? У нас нет выбора. Либо надо расчищать, Евгений, конечно, либо ты сам не захлебнешься. Будем дальше что-то делать. Спасибо вам огромное.